В начале декабря у нас открывается снежный парк. Мы запускаем основные зимние активности. Уже монтируется елка 25 метров, будет новое оформление. Также со 2 декабря зажигается центральная аллея, иллюминация на всех высоких елках. Уже открыта наша главная, одна из главных достопримечательностей – это горка высотой с 5-этажный дом, 17 метров. Можно уже на ней кататься на специальных бубликах, даже в отсутствии снега. Также в середине декабря, когда будет достаточное количество льда, у нас открывается вторая горка пониже, 8 метров. Там уже будет именно ледовое покрытие. Как только позволит погода, мы ее откроем. Уже установилась минусовая погода, мы начали заливать каток. Пока что точную дату открытия не подскажу, но где-то начало-середина декабря. Уральская погода, она непредсказуемая, коррективы она всегда вносит. То есть, как только позволит погода заливать каток, например, ежедневно, то будем это делать. Все равно ночные температуры, они минусовые, поэтому лед постепенно поднимается. С 9 декабря начинает работать фабрика подарков Дедушки Мороза. Как только будет достаточное количество снега, откроется лыжная база, подготовленная лыжная трасса, тренировки по бегу, по лыжам. Это тоже можно будет все в парке проводить.